Привет, дружище, как твои дела? Пиши в комментариях, и мой секретарь, возможно, опубликует твои комментарии, если не будут в тему. Меня зовут Макс Саныч, я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Представляю тебе свою первую аудиокнигу. В книге собраны все мои ошибки и падения. Но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160-05878. Книга называется «Беседы современной молодежи. Проверено на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Сегодня в качестве видеоряда смотри сделанные мною фотографии города Харьков 21 января 2018 года после обильного снегопада. Очень красиво. Рекомендую. Набережная, река, снег, лед и так далее. Очень красиво. Черно-белое только. Мне так захотелось. Приятного просмотра и прослушивания. Подписывайся на мой канал, поддержи мой проект. Монетизацию мне отменили, потому что у меня всего 77 подписчиков, а надо 1000. Итак, поехали. Corporation Books Max Present Audiobook. Беседы современной молодежи. Рассказ номер 20. Жизнь — это не зебра, а шахматная доска. И все зависит от твоего хода. Итак, 10-11 декабря 2013 года. Привет! Заведи себе тетрадь, я завел вчера, и пиши расходы, доходы, пассивы, активы. Помогает. Ладно, пошел я на Укрпочту работать. Угу. Все, я уже пришел. Отработал. Ну что, поможешь ссылками, чтоб сайт сделать? На тебе, этап Dreamweaver CS6. На программку, в которой можно за пару часов сделать простейший сайтик. Скачала вроде. Саня, у меня к тебе вопрос. Ты когда спину сорвал, как болело и вообще как это? Короче, смотря где срываешь. У меня сегодня болело на линии почек где-то. Может отдавать на легкие, на сердце. Ощущение, как будто тебе всю грудную клетку сдавливает. Там все в зависимости, в каком месте сорвал. Например, если шею, тогда на голову. Если спину, тогда на ребра. Если ниже, то на почки и т.д. и т.п. Чтобы прошло, нужно лежать, не двигаясь какое-то время. Тогда успокаивается. Не, такого нет. Но симптомы мне не нравятся. А при движении может только ухудшаться и болеть еще больше. Лучше ж с этим не играться, чтобы грыжу не нажить межпозвоночную. У меня днем сегодня, когда нагинаешься, такое было. То есть неприятное ощущение в районе позвоночника на линии почек. Может, у тебя радикулит? Наверное, радикулит. Лучше срыва. Вот тебе ссылочка на Википедию, почитай. Прогу самому ставить. Ее ставить не нужно, просто запустить. Понял. Эх, Саня, вот что значит неверный ход сделать. Теперь вот в голове каша, а спина что-то не дает покоя. Жизнь — это не зебра, состоящая из черных и белых полос, а шахматная доска. И все зависит от того, какой ход ты сделаешь. 100%, что из-за него, из-за этого ящика, теперь спина гудит. Или ноет, не пойму вообще. В общем, дискомфорт какой-то. Это все ящик с 20 килограмм сделал, знаешь? Как бывает при разгрузке. Все ящики как ящики, а тут водила, грузчик простой, козел. Фу, блин, совок конченый, блять. Не предупредил, что этот тяжелее. Ну, а я как бы, ну, что там, ящики по несколько килограмм.
коленки не сгинал, как бы особо сильно и не готовился. Тут бац такой, 20 килограмм, нихера себе. Козлины, блин, конченые, сука, совки ебаные, блядь. Еще бабы тут попались, сука, конченые, блядь, село ебаное, нахуй. Смеялись, пошутили, слабенький мужчинка. Ну, что с них взять, я ж, блин, управленец, я ж не работяга, ты знаешь, что. Я менеджер проектов. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду. Нечего было туда лезть, в эту сраную укрпочту. Полез, блин. Я ж как полез, влез в этот Орифлейм дурацкий. И думал, что я буду в Орифлейме, тут подрабатывать немножко, чтобы, так сказать, в Орифлейме раскрутиться. Ну, короче, не зная броду, не суйся в воду. И жизнь это не зебра, настоящая черных и белых полос, а шахматная доска. И все зависит от того, какой ход я сделаю. Звонили мне с Дешели менеджером. Не знаю, откуда они узнали про мой этот самый, наверное, развод какой-то. Ну, я туда сходил, объяснил, что и как, но меня не взяли. Честно говоря, было не очень приятно. Короче, ну всех нахуй, блядь, что я хуйней всякой занимаюсь. Надо сайты делать. Как освободишься, напиши ссылки, какие надо, чтоб сайтостроительством заняться. Вот тебе на ютуб две ссылочки, смотри и учись. О, смотрю, учусь. Thank you, Саня, thank you. Ха-ха, то, что надо. Итак, дружище, ты слушал поучительный рассказ номер 20. Каждую субботу выходит мой новый рассказ из моей первой аудиокниги «Беседы современной молодежи». Подпишись на мой канал, мне нужны подписчики, как минимум 1 000 000. Монетизацию отменили, потому как до 1000 мне не хватает 930 подписчиков. Поддержи проект и оформи подписку на мой авторский канал Максим Вехов. Максим Вехов желает тебе успехов. Пока-пока!